Почему-то при некоторых событиях во время включенной записи игра вылетает. Например, это при выборе музыки. И вот, походу, при начале войны. Ага. Тут у них ничего не выйдет. Здесь. А может быть, может быть. Тут-то. Все у нас в порядке. Войска потянем сюда. Опа, ни хрена себе. На штурм пошли. Они здесь наши войска заблокировали. Танками. Хреново, конечно. Угу. Так. Ударим тогда вот сюда. Не зря же мы готовились. Формирование Советской Гвардии. Новая часть Советской Гвардии. Сюрприз для Сталина. Так, угу. А, нет внятных приказов. Понятно. Авиапотери. Так. А что касательно нашей авиачасти здесь? Тут они уцелели. Ну, хоть что-то радует. Хоть что-то радует. Окей. Так, авиации приказы разданы. Тут вы что не атакуете? Бестолковое создание. Опа. И тут в атаку пошли. Ах ж вы. Нехорошие люди, а. По всем фронтам бьют. Так. Ускорить все это дело. Насколько это возможно. Так. Давай. Ускоряйся. Что у нас с конвейером стрелковым? Радары, радары, неуправляемые ракеты, конвейер стрелкового оружия. Хреновенько, конечно, все это дело. Но по-другому тут, походу, не прорваться. Хотя не, да ладно. Так. Ох ты, там немецкие части. Или они просто перехватили командование. Так. Туда долго сильно идти будет. Так, 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 так. Парам-папам. Ага, тут вроде как отбились. Фронт прорван. Вот же ж. Где у нас авиация? Здесь расположена. Как бы они ее не захватили. Так, части передислоцируются. Наша надежда сейчас на быструю расправу с Румынией. Отказ от торгового соглашения. Да, по идее, еще раньше должны были все это дело провернуть. Так. Так, 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 так. Угу. Ну, хоть вроде с авиацией все в порядке. Так, линия Молотова. Так называемая линия Молотова была системой укреплений, построенных Советским Союзом в 40-41 годах вдоль новой западной границы. После того, то поздно вы ее строить-то начали. Гвардейские стрелковые дивизии. Формирование морской пехоты. Так, Сталин приходит в себя. Армейские части скорость, недовольство минус 5.
Дальневосточная линия. Отлично, то только я тут все войска уже забрал. Так. Победа. Ух ты, неужели где-то победили? Разгром в Ломже. Так, победа вражеской авиации. Так, над вражеской авиацией. Так, 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 так. Вот это кто такие? Задержите их. Да задержите, я сказал. Гвардейский. Да, Витебск. О. Брянск. Так, давайте к новой границе. Этих отсюда не уберем, потому что черт его знает. Так. Ну, хоть этих сломили, и на том спасибо. Так, ладно. Этих пытаемся задержать. Угу. Вот вы с ними встречаетесь, да? Тут удержались. Вот, черт. Прибалтика может быть потеряна такими темпами. Что не есть хорошо. Вот, отлично. Давайте к столице махом. Ага, опомнились. А нет, вы сюда идете. К вражеской столице. Давайте, 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 давайте. Так. Занять две провинции, они выйдут из войны. Болгарию на нашу сторону переманить. Если получится. Так, надеюсь, что получится. Угу. Накостыляли какому-то немецкому танкисту. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот черт. Авиация. Уходите на ремонт. Что вы как-то пострадали вообще. Где тут у нас еще дислоцируется? Что с измененными границами я немножко растерялся. Где у нас что было? Вот здесь, по-моему. Но они воюют вроде как. Отступаем. Нехорошо. Но хоть где-то все идет нормально. Я на это надеюсь. Ка у нас Прибалтика. Хреново. Что еще сказать? Бомбардировщики. Так, а у нас там перекрыться нечем. Все воюют где-либо. Уж уж вся надежда на вас. Так. Вся надежда на вас. Победа над какой-то вражеской авиацией. Так, давайте, 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 давайте. Бегом, бегом, бегом. Победа Хельм, победа Хельм. Так. А что это вот туда? Стоп. Стоп, я сказал. Отмена приказа, говорю. Пробуйте позже участвовать в сражении. А то я не понял. Так. Вас могут окружить. Поэтому отходите. Ой-ой-ой-ой-ой. Что творится? Эвакуация промышленности в Сибирь. Советский Союз готовится к войне. Поздновато что-то вы готовитесь. Эвакуация, эвакуация. Так. Давайте. Надежда на вас вся. Блин, а. Ну его сейчас сметем, как нифиг делать. Да отмена приказа сказал. Так.
Давайте. Отлично. И сюда. Давайте. Так. Судьба немецких военнопленных. Ну, производство, конечно же. Потому что у них то же самое творится. Так. За разгром в Елгаве. Приходится отступать, отводить войска, чтобы не потерять их. За реку. Давай в Ригу, там хоть бункеры есть. Перебросить их на границу. Отдать Прибалтику без боя. А передислоцировать никак, да? Без боя, значит. Другого выхода-то это нету. Толком их слишком много. А часть наших войск тут занята. Фигней страдает. Давайте быстрее. Новые технологии, улучшенные радары. Нафиг нам эти радары. Нам танки с... Промышленность, машинный конвейер. Давай. Так. Авиация. Произвести эвакуацию. Так. Ну, блин, сволочи, а? Мешают везде. Отлично, слушайте. Высказать требования. Марионеточный режим. Отклонила. Ну тогда аннексия. Так, с румынами покончено. Болгария. Так. Войска у нас тут потрепанные. Угу. Так, что бы нам тут предпринять, а? Войска. Ударить сюда. Потом на столицу. Так, надо с вами тоже побыстрее все это дело завершить. А, для этого ударим вот сюда. Так. Давайте. Такс. Так. Ага. Так. Тут пока держимся, Прибалтика. Да бросьте вы ее. Толку от нее ноль. Ну давайте. Оборона в окружении. Так. Конференция Большой Тройки. СССР организовал конференцию Большой Тройки в Москве. Сталин, которому угрожают нацисты, просит срочно помочь военным снаряжением и оружием. Так, военная помощь, допустим. Заказ боевых самолетов. Так. Давайте закажем. Деньги позволяют. Угу. Англичане прислали к нам посла. Они предлагают объединиться против Рейха, нашего общего врага. Для этого, чтобы лучше бороться, Соединенное Королевство обещает координировать свою стратегию с нашей и готово предоставить нам необходимую помощь в нашей борьбе. Так. Угу. Так. С чем справимся? Требуй-ка так. Ага, СССР выдвинули Венгрии ультиматум, в котором потребовали ее безоговорочной капитуляции. Так, обращение оружия против Германии. В этом случае СССР будет считать Венгрию союзником и не подвергнет оккупации ее территории. В случае отказа Красная Армия безжалостно разгромит и уничтожит венгерское государство. Так.
СССР требует капитуляции Болгарии. Союзники готовы помочь. Так, ну и что ответит? Так. Болгария молчит, да? Так, технологии Жуков. Чем там занимается? Улучшенная система госпиталей Ирана. Вот глубокую оборону начинает изучать. Так, давайте, снесите их. Так. Отступайте на эту линию. Так. Угу. Да отступай ты, бестолочь. Ты-то куда прёшь? Так. Угу. Венгрия. Чтоб вам пусто было. Так. Так, почему пополнение не идет нифига? Так. Восстановление провинции, переоснащение, припасы. Так, 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 так. Угу. Все сам, так. Давайте, снесите их. Так. Вот сволочи, даже отступить не дают. Так. То отходим на эту линию. Так, или тут пока держимся. Тут пока держимся. Содержим их, насколько это возможно. Так, что там наша авиация? Ремонт нужен, потому что компьютер, блин, дебильный. Ремонт не произвел. Да неужели победа? Так. Венграм накостыряли. Это хорошо. Так. Давайте сюда, потому что они сюда отходят. Надо их перехватить. Да, передвижение. Угу. Тут войск прилично. Но враг за рекой. Можно сюда попробовать вдарить. Тогда вот этих окружить могут. Угу. Отступаем пока что. Пока у нас немножко другие планы. Хорошо, что итальянских войск здесь нет. Они как бы заблокированы немножко. Так. Разгром Борисова. Вот же ж. Да отходи ты. Так, оборона, оборона. Хреново, конечно. Давайте сюда. Да не передвижение, а отступление. На линию готовую. Так. Штабы. Штабов столько, ё-моё. Так. Давай вдарь по венграм. Так, производство, производство. Так, сюда. Давайте уменьшим пока. Угу, кавалеристы кое-какие будут скоро готовы. Конечно, можно в очередь чаще пехоты добавить, но быстрее, по-моему, будет достроить то, что у нас сейчас имеется, чем строить что-то новое. Так. Да, сейчас пока оно дорулит до нужного количества. В общем, так быстрее. Просто щелкнуть по ним. Так. Ох ты. Беззащитные территории. Еще и ключевая точка. А не, кто-то появился. А мы пока атаковать не можем, да? Оп. Ну, они тоже потрепаны. Так.
наступление ведем. Давайте отходите. Так, вот сволочи, а. Ага. Ух ты, ё-моё, нафига я вас объединил? Мастер обороны, мастер наступления. Конечно, неплохо. Так, куда это они? Они сюда рвутся, сволочи. Тут вообще только один этот, что ли? Трындец какой-то. Так, ополчение. Может, правда, ополчение наклепать, а? С артиллерией-то вместе глядишь. Пав затраты ПП на эту артиллерию. Но скорость строительства зато огромна. Так. Давайте. Так. Если их сейчас получится из войны еще вывести, то вообще прекрасно будет. Так. Хоть где-то мы ведем наступательные действия. Что-то радует. Хоть немножко. Так. Кто там всем этим командует? Богданов.